я все-таки занимаюсь музыкой, которая способна наполнять мое пространство, именно характер моего ощущения мира. И вот эти рамки, они для меня очень как бы обтекаемы и мне очень понятны. То есть и у меня существует некая геометрия, да, внутренняя, ну, я не знаю, там, ритм своих там слов, звуков, да, как, мыслей, там, каких-то привычек, привязанностей, воспитания. То есть я сейчас говорю в общем целом, да, из чего я состою. Поэтому мне кажется, что это постоянно формируется, и на меня ничто не может давить в связи с тем, что есть определенные вещи, которые очень глубоки и осмыслены. То есть вот если получается осмысленно жить, то вся вот эта вот атрибутика, внешняя сторона, да, вот эта шуршащая бумажки, конфетки, она, ну, может быть, на какой-то момент, там, я не знаю, ну, слабость какую-то проявить можно к тому, что вокруг происходит, но это всего лишь слабость, это всего лишь какое-то мгновение.